Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня у нас небольшой тест-обзорчик мультипликаторной катушки Daiwa Aird 100, Daiwa Aird 100HL. Катушка любезно предоставлена форумом castfishing.ru. Ниже я ссылочку дам на этот форум. Собственно, суть посмотреть эту катушку в деле, в работе, так сказать, на воде. Поскольку информации в просторах интернета о ней не так уж много. Катушка довольно бюджетная, в пределах $60 стоимость ее. Вот, поэтому мои товарищи попросили сделать небольшой тест-обзорчик, посмотреть эту катушку, ну и высказать свое мнение. Поэтому сейчас мы вскрываем. Катушка поставляется в такой коробочке оранжевого цвета, Daiwa Aird 100HL. Что здесь еще можем посмотреть? Что скорость подмотки 6,3:1, вес 220 грамм, вот 12 либрового шнура влазит 110 метров, 14 либрового 90 метров, 9 подшипников, ну и, наверное, магнитная система от Daiwa MagForce, алюминиевая шпуля. Ну, в общем-то, вскрываем коробочку. Вот она идет в такой упаковочке, в пакетике. Имеется взрыв-схема к этой катушке. Позже я ее сфотографирую и приложу видео в фотографию. Вот, вот такая вот взрыв-схема. Мы видим, что здесь однодисковый фрикцион. Собственно, можно посчитать количество подшипников. Ну, по большому счету, в данный момент нам эта схема мало о чем говорит. Она нужна в большей части при вскрытии катушки, при разборке, для того, чтобы можно было потом все детали поставить обратно в том положении, в каком они были установлены на заводе изготовителя. Ну, а сегодня нам она, по сути, не нужна. Так, коробочку откладываем в стороночку. Сейчас я ее здесь припрячу, чтобы не улетела. А то сегодня погодные условия жесткие, ветер дует очень сильный. Я думаю, что у видео будет слышно завывание в микрофон ветра. Так, пакетик снимаем, смотрим. На эту катушку уже предварительно намотан шнур. Не помню точно, какой либраж, наверное, 10 либров. Но в видео я вставлю фотографию с указанием этого шнура. Что мы видим? Мультипликаторная катушка выполнена в черно-оранжевых тонах. Рукоятка. Измерительного прибора с собой нету, но похоже, что 80 мм. Видим довольно массивные кнобы. Прорезиненные. Практически не люфтят. Ручка, тоже люфтов не видно. Старт-драк выполнен с микрокликом. Надеюсь, слышно, что микроклик здесь установлен. Колпачок осевого тормоза выполнен без микроклика. Вот. Колесико регулировки магнитного тормоза. Лесоукладыватель, похоже, что покрыт нитритом титана. Желтенький. Я бы сказал, что практически не люфтит. Так, что еще можно сказать? Клавиша разблокировки шпули, как у всех дайвов, имеет возможность обратного включения, либо же включения при вращении рукоятки. Вот. Ну что, крутится она довольно-таки легко,
Но не, ощущается небольшое жужжание по корпусу. Либо это неточность изготовления, либо какие-то другие проблемы, ну не знаю. Может быть это из-за того, что там просто-напросто установлен большой зуб на шестерне. То есть не шестерня не мелкозубая, а крупными зубами. Иногда такое бывает, что за счет больших зубов идет рокот. В принципе, если руки у кого нормально с нужного места растут, можно этот рокот попытаться устранить за счет изменения пятна контакта шестерен, подкладывая под главную шестерню небольшие прокладочки, можно карбоновые, можно карбонтексовые, можно текстолитовые, ну или какие-либо другие, для того, чтобы изменить положение касания главной шестерни с большой шестерни с маленькой шестерней, то бишь поднимая вверх-вниз по валу. Так, ну что, попробуем немножко открутить, посмотреть, что же у нас тут за шпуля такая стоит и какая здесь система. Скрываем крышку, видим, да, что здесь система MacForce, два таких магнитных диска, которые вращаются относительно друг друга, вот, посредством вращения вот этой зубчатой шестереночки. Крышка пластиковая, сразу видно, что это пластмасса. В общем-то, корпус видим тоже пластмассовый корпус. Полностью пластмассовый корпус. То бишь катушки нет ни грамма алюминия в корпусных деталях. Шпуля по диаметру очень похожа на 34 мм, но я могу ошибаться, измерительного прибора с собой у меня нету. Дома во второй части видео я попытаюсь все это измерить, взвесить, и либо фотографиями, либо второй частью видео я дополню этот обзор. Так, что мы видим? Длинная ось, на оси установлен подшипник. Так, с этой стороны подшипник установлен в шпуле, в корпусе вернее. Магнитный индуктор выполнен за одно целое со шпулей. Завальцован здесь, либо выточен из одной болванки. То бишь он не движется. Не движется. Это говорит о том, что магнитный тормоз здесь линейный, индуктор неподвижный. Очень интересно, меня там немножко смущает. Да, похоже, что главная пара латунная, но я не вижу подшипника, на который бы вращался пиньон. Вот он там просвечивается. Возможно, я вскрою эту катушку и посмотрю, как же там внутри это все установлено. Ну, по крайней мере, я не вижу. Вот вполне вероятно, что рокот идет именно от того, что пиньон опирается на ось. И за счет этого издается звук такой рокотящий. Ну что ж, соберем. Поскольку магнитный индуктор здесь неподвижный, катушка должна быть неплохо работать с компактами, либо с хорошо лечащими приманками, джигами, там, колебалками компактными, но никак не с воблерами парусящими и либо парусящими другими приманками. Значит, что переключатель имеет 10 микрокликов, 10 положений. Сейчас мы эту катушку установим на спиннинг и посмотрим ее в работе. Для этих целей мы взяли спиннинг от Major Craft Over 7 Ars 802M. Тестом от 7 до 21 грамма. Спиннинг длиной 2,40. 8 футов, в общем, 2,44, наверное, метра. Что ж, устанавливаем. Устанавливаем катушку на спиннинг. Становится довольно-таки неплохо. В принципе, и внешний вид у нее неплохой в этом плане. Вот. Довольно-таки по-богатому смотрится, несмотря ни на что. Я думаю, что в камеру видно. Так, сейчас мы проденем леску в кольца. Я, наверное, сделаю паузу,
быть может. Потом включу заново. Ну что ж, дорогие друзья, продолжаем наш небольшой тест-обзор мультипликаторной катушки Дайва Aird 100HL. Мы установили ее на спиннинг Over 7, подцепили джиг-головку с твистером, вибро-хвостом Манс 3 размера. Что еще хочу сказать, что я, наверное, не сказал, да, мы находимся на реке Неман в Республике Беларусь. Попробуем сделать пару забросов. Переключатель магнитных тормозов я установил на четверку. Всего здесь 10 позиций, то бишь практически на середину. Регулировку осевого тормоза я выполнил таким образом, чтобы убрать люфт, но приманка при этом опускалась вполне себе свободно. Поскольку это джиг, компактная приманка, должна лететь хорошо, попробуем сделать пару забросов. Обычно я, когда не уверен в своих силах или возможностях катушки, я устанавливаю либо на максимум, либо как минимум начинаю от середины. И потом можно двигаться в сторону уменьшения магнитного поля. Что, произведем пару забросов. Заброс достаточно хорошо и далеко, должен вам сказать, что смотал практически половину шнура. Раз, можно будет посчитать количество оборотов для тех, кому это интересно. Но должен сказать, что бросает она неплохо, хотя при этом есть характерный звук, такое жужжание, не знаю. Быть может, это жужжание подшипников, быть может, это из-за того косячка вот непонятного мне, что отсутствует подшипник в опорной части пиньона. Быть может, это просто-напросто касание пиньона оси шпули. Может. Так, у нас зацепчик, мы пойдем отцеплять. Сделаем перерыв. Ну что ж, один тестовый заброс мы сделали. Я убедился, что катушка вполне рабочеспособная. Даже и неплохо бросает. Теперь проведем небольшие эксперименты с уходом от нижнего границы теста заброса приманок до верхнего. Хотя верхний у нас ограничен спиннингом не больше 25 грамм. Он, в принципе, его тест до 21, но где-то до 25 грамм он способен забрасывать и проводить приманки. У катушки, предварительно взвесив дома шпулю, шпулька весит 22 грамма, пустая, со шнуром, я думаю, что она весит будет где-то грамм 28, приблизительно. Следовательно, если поделить напополам, ориентировочный вес приманок, с которых должна комфортно работать катушка, это где-то 14 грамм. Ну, может быть, учитывая, у кого есть опыт броска, там, подходящий спиннинг, может быть, возможно, опуститься грамм до 12. Сейчас я попробую поставлю приманку вес 6 грамм самой джиг-головки. Ну и виброхвост весит грамм 5 приблизительно. Вот. Я где-то 11 грамм общий вес вот этой приманки. 10-11 грамм. Посмотрим, как катушка справится с этим весом. Добавлю немного тормозов на пятерочку, может быть, даже на шестерку установлю, дабы не получить сразу бороду. Вот. Осевик не будем трогать. Компактная приманка, в принципе, лететь должна неплохо. И отойдем, сделаем пару забросов с изменением настройки тормозов и определимся. Если видео сможет показать, то, я думаю, вы увидите, куда приземлилась приманка. Thank you.
попробовал сделать более резкий заброс, более дальний, с установленными тремя на третьем положении микроклик, образовалась борода. Но я повторяю, что приманка там у нас всего лишь 10 грамм общего веса. Значит, в принципе, на положении четверка предыдущие забросы были вполне себе такие неплохие. Даже я насчитывал 60 оборотов рукоятки. То есть достаточно далеко, практически под 50 метров. Вот, сейчас мы распутаем эту бороду. Благо, она тут не такая уж сложная. Обычно тяжелые бороды случаются на больших весах. Вот, либо на слишком инертных шпулях, когда шпуля позволяет закрутить в обратную сторону. Вот. А в данном случае она распуталась довольно-таки легко. Вот. Ну, сделаем еще пару забросов, потом поменяем на другие приманки. Вот. В принципе, попробуем, может быть, еще более легкий вес, но я вижу, что более легкий вес, скорее всего, эта катушка не потянет. Такая вот приманочка. Поставим на четверку и попробуем сделать еще пару забросов. К сожалению, должен сказать, что ниже по весу мы вряд ли опустимся. Конечно, погодные условия, тут ветер у нас очень резкий. Но думаю, что комфортный минус для этой катушки, я уже могу сказать, это 10 грамм минимум, меньше никак. Можно попробовать поджать осевичок. Где-то так вот. До более плавного сползания прямо. Ну что ж, проверяем катушку на работе с джигом. Я немножко решил усилить свой эксперимент. Поставил 3-граммовую джиг-головку. Не знаю, если видео снимет. 3 грамма. Вот она на фоне мизинца. И тот же манс 3-дюймовый. Вес его порядка там 4-5 грамм. Значит, 3 плюс 5, где-то 8 грамм. Вот, но есть у меня сомнения в этом плане, но проверим, будет ли катушка. Значит, осевик у нас, смотрите, медленное сползание, достаточно медленное, при падении на землю борода не случается. Вот, смотрим, медленное сползание, и шпулька сразу останавливается. То есть это классическая настройка осевика. Грузики, магнитные тормоза установлены на четвертом положении. Я думаю, что нужно добавить. Поставим на пятерку и попробуем сделать пару плавных забросов. В принципе, заброс для такой реки вполне себе подходящий. Река не такая уж большая в этом месте. Вот. Вполне можно дальше за середину забросить, но не то, конечно, это не те забросы, которые должны быть для нормальной рыбалки. Вот. Ну, попробуем, может быть, поиграться с настройками сейчас. Что-нибудь выкроить более дальше.
чуть-чуть ослабил настройки и получил небольшую бороду. Вот. Это все проделки фиксированного магнитного индуктора. Если бы магнитный индуктор был подвижный, то при резких забросах магнитное поле усиливалось бы, и это компенсировало бы мои, скажем так, ошибки, жесткость спиннинга, там, порывы ветра, может быть, где-то. А в данном случае индуктор фиксированный, поэтому нужно делать максимально плавные забросы для того, чтобы не получить бороду на первом этапе полета приманки. Но, в принципе, это можно скомпенсировать за счет подтягивания осевичка. Немножко осевичок подтянуть. Вот. Я перед этим его расслабил чуть-чуть. Сейчас я его подтяну обратно. Вот. И установил теперь на четверке. Посмотрим пару забросов. Пришлось тормозить пальцем, но должен сказать, что заброс хороший получился. Вот, несмотря на то, что присутствует боковой ветер. Вот, практически туда, куда 10 грамм металл. Я буду вращать, и при желании, если кого-то будет, если видно, можно посчитать количество оборотов. Должен сказать, что вполне возможно, эта катушка будет работать с 8 граммами на джиге. Вполне. Вот. Не сказать, что суперкомфорт я получаю от этих забросов, но можно настроиться и 8-граммовый джиг бросать. Имеется в виду чистого веса. Вес джиг головки и вес приманки. Общий вес 8 грамм вполне. Эта катушка с данным спиннингом вполне способна преодолеть. Сейчас перейдем к более сложной части, поставим некоторые воблеры. Вот. Ну а на завершающем этапе поставим какую-нибудь компактную колебалку, либо что-то грамм под 20. И проверим на максимальную дальность заброс. Главное, чтобы не отстрелить, конечно, в таких погодных условиях. Ну что ж, небольшой перерывчик. Так, ну что, мы снова в эфире. Съемку приходится мне производить самому. Я тут и оператор, и постановщик, и актер. Значит, поставили воблер Крэк-Джек 77-й FSR. Вот такой вот. Не знаю, не помню точно, сколько он весит, но что-то около там 8 грамм, наверное. Название, в принципе, все услышали. Если будет интересно, посмотрим. Но я думаю, это тот минимум, с которого нужно начинать с этой катушки. Вряд ли нас получится ниже опуститься. Сейчас сделаем парочку забросов и будем постепенно увеличивать приманку. В качестве настроек я осевик оставлю таким образом, что плавно отпускается приманка. А магнитов добавлю, может быть, даже на семерку, учитывая, что это воблер. Ну и попробуем сделать парочку забросов.
Должен сказать, что летит вполне неплохо. Вполне неплохо. Магниты я установил на четверку, осевой тормоз не трогал. Оставил так, плавное сползание приманки. В принципе, летит хорошо. Я ожидал, что будет хуже. Вот. Может быть, в других погодных условиях, там ветер, если был бы навстречу. В принципе, можно попробовать развернуться в ту сторону, сделать один заброс против ветра. Неплохо, неплохо, практически на тот берег этой реки. Очень даже неплохо, вполне на рабочее расстояние, вполне. Честно говоря, ожидал, что будет хуже, несмотря на то, что довольно-таки тяжелая штука. Раз такое дело, мы попробуем поставить что-нибудь полегче, еще полегче, если конечно, найдем. Потому что этот воблерок летит довольно-таки неплохо. Вот. Сейчас поставим что-нибудь полегче. Вот. Я тут прихватил хотя бы и немного воблеров, но кое-какие прихватил. Вот. Поставим вот такой вот воблерок. Это китайский воблер, копия ОСП Асура. Можно сказать, один в один Асура. 7,5 грамм его вес. Попробуем, как катушка справится с забросом этого воблерка. Я должен сказать, что спиннинг у нас довольно-таки бросковыми характеристиками обладает. Он строй регуляр, такой мультипликаторный, я бы назвал его строй. Конечно, для твича он не совсем подходит, но для равномерки, для джига шикарный спиннинг, я очень им доволен. Вот. Одним словом, рад, что он у меня есть. Попробуем бросить эту приманку. Без вопросов. Без вопросов катушка справляется с 7-граммовой приманкой. Я сейчас брошу против ветра для полного понимания картины. Вот. Но должен сказать, что не меняя абсолютно настроек, абсолютно не меняя, вот настройку таким образом поставлен у нас на четверке переключатель магнитного тормоза, осевик до плавного опускания. Медленно, медленно, медленно сползание. Брошу поперек реки, практически это получается у нас против ветра. Без проблем. Без проблем, я, честно говоря, доволен. Единственное, есть небольшое жужжание при полете. Ну, возможно, это недостаток смазки, возможно. А возможно, это недостаток одного подшипника, на мой взгляд. Потом мы по схеме посмотрим, попытаемся разобраться. Но в принципе это не напрягает. Вот я сделал немножко заброс легче. В процессе полета хотела образоваться борода, но я ее притормозил пальчиком и удалось избежать бороды. Заброс очень неплохой, достаточно далекий. Достаточно далекий. Не буду называть цифры. Если по видео будет видно, то посчитайте количество оборотов. Тот, кому это будет интересно, посчитает количество оборотов. Ну, сейчас ветер поменялся, я бросал, по сути дела, с ветром. Вот. То проблем никаких в забросе вообще не ощутил.
Заменим приманку. Поменял я приманочку, поставил вот такой воблерок. Это Крек Джек от Pantone 21. Крек Джек 98FSR. К сожалению, не помню, сколько он весит, но потяжелее немножко. Там, может быть, грамм 15. Надо будет посмотреть. В любом случае, можете и сами взглянуть при желании. Вот, чуть-чуть потяжелее воблерок поставлю. Настройки я осевой тормоз менять не буду, поскольку это воблер чуть потяжелее, он способен раскрутить катушку. Магнитный переключатель установлю на четверку. Попробую сделать пару запросов. Вот, ну, я уже могу сделать вывод, что с более тяжелыми воблерами катушка будет работать безупречно, поскольку она довольно легкие бросает, без проблем, начиная от 7 грамм воблерочки. То более тяжелые, почему бы и нет, бросать будет без всяких напрягов. Должен сказать, что я ошибся немного. Ветер большой, отпустил слишком высоко воблер и словил перебежку небольшую. Значит, все-таки воблер, хотя и большой, и тяжелее, но имеет, скажем так, большую парусность. Вот. Летит он немножко хуже предыдущих своих товарищей. Сейчас будем распутывать это дело. Ну и, наверное, увеличим количество магнитного поля. Переключим переключатель на пятерку. На 50 оборотов, может быть, где-то чуть больше, чуть меньше, но расстояние вы видите. Попробуем забросить против ветра. Не вижу проблем. Бросает катушка вполне себе неплохо. И должен сказать, что при вращении она не издает посторонних шумов, то есть тот рокот, который слышен был изначально, установив катушку на спиннинг и в рабочих, скажем так, полевых условиях, он практически не ощущается. Поэтому думаю, что слишком сильно на это акцентировать внимание не нужно. Хорошо бросает катушка, на тот берег перебрасывает. Здесь метров 30, в принципе, не так уж и много, но для воблера больше и не нужно. Для того, чтобы его протвичивать, скажем так, чувствовать его, и вполне довольно-таки приличное расстояние для обычной ловли рыбы.
должен сказать, несмотря ни на что и на мои ожидания, опасения, катушка, в принципе, показывает неплохие результаты. Вполне способна работать и с воблерами. Вот. Единственное, что нужно, это пристроить, подстроиться под нее, настроить должным образом магнитные тормоза и осевой тормоз. Поставим еще одну приманку. Перерывчик. Заменил я приманку, подцепил вот такой вот воблерок. Это воблер-бомбер Long A, Long A суспензер. Вес его 16 грамм. В принципе, у самого воблера неплохие полетные характеристики. В нем есть... Ну, системы дальнего заброса нету, но у него есть шарики перекатывающиеся, которые его как бы стабилизируют в полете. Сделаем пару забросов. Ну и, наверное, будем заканчивать. Должен сказать, что не смог я его забросить с первого раза дальше, куда бросал крикджека. Все-таки система дальнего заброса говорит сама за себя. Вот, но этот воблер более упористый, и вот при подводке я слышу небольшое щелканье. Не знаю, что это, но легкое пощелкивание присутствует. Сейчас мы поставим магнитный переключатель на четверку. Сделаем еще пару забросов. В принципе, он летит не ближе, но и не дальше, где-то на такое же расстояние, как и крикджек. Вот. Иногда что-то бывает, пощелкивает при вращении. Воблер довольно-таки упористый. Забросил против ветра, в принципе, получил небольшую бороду. Но это, наверное, результат скорее неправильной настройки магнитного тормоза. Поскольку катушка имеет, на мой взгляд, узкую направленность, джиговую, либо заброса против ветра нужно было бы перестроить тормоза, немножко добавить, либо осевичка добавить, либо добавить магнит. А так, в принципе, катушкой я как бы на первом этапе доволен. Немного притормаживая пальчиком, большим пальцем. Это такой у нас, скажем так, третий тормоз. Получился вполне качественный заброс, абсолютно не меняя настройки. Что хочу сказать?
вполне себе неплохая катушка за такие деньги. Не знаю, почему мало обзоров о ней. Видно, отзывов не так уж много. Видно, боятся, может быть, их покупать. Либо, может быть, это результат пиара. Вот, распиаренных катушек гораздо больше. Покупают все более дорогие версии, боясь ошибиться там или нарваться там на некачественную продукцию. В данном случае для начинающего эта катушка вполне может себя оправдать. Тем более, учитывая стоимость. Есть у меня колебалочка от Серебряного ручья. Вес ее составляет 20 грамм. Сейчас я поставлю эту колебалку. Вот, ну и попытаюсь проверить, так скажем, поиграть настройками. Немного я отойду, может быть, меня не будет слышно. Поиграю настройками и попытаюсь все-таки посмотреть, как далеко может бросать эта катушка 20-граммовую колебалку. Начнем. Установим переключатель магнитов на четверку. Осевик практически до убирания люфта. Колебалка вполне компактная, узкая. Речная такая, лететь должна далеко. Посмотрим. Посмотрим, да, и для начинающих, как небольшой совет, при забросе желательно выставлять глазок лесоукладывателя на середину. То есть, если мы подмотали, и у нас он оказался с левой или с правой стороны, то лучше подмотать таким образом, чтобы поставить его на середину. С опытом это не будет занимать много времени, но практика показывает, что при такой установке можно ослабить и магнитный тормоз, и ослабить и центробежный, и осевой, добиться некого оптимального дальнего заброса, если кто-то пытается угнаться за дальностью. Либо же получить более стабильные забросы, если забросы на дальность не нужны, но нужна стабильность, в принципе, это позволяет равномерно сходить шнуру со шпули. Угол перегиба будет одинаковый как с одной стороны, так и со второй. То есть шпуля будет вращаться с одновременной скоростью вращения. Не знаю, как далеко я забросил, но я практически весь шнур смотал. Сейчас буду вращать. Считайте обороты. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95. В общем-то, 96 оборотов, это с первого заброса, практически без особых настроек. То есть за сотню оборотов у рукоятки можно бросать. Я думаю, это за близко к 80 метрам, либо же даже больше. Ну что, еще сделаем один заброс. И, наверное, будем закругляться. Что хочу сказать, подводя небольшой итог. Катушка не любит резких забросов. Да, катушка вполне рабочая,
за свои деньги вполне, она стоит этих денег. Можно брать и новичку, пробовать, но нужно понимать, что резких забросов эта катушка не любит, поскольку индуктор здесь фиксирован. Ну что, подводя итог нашего небольшого обзора, можно сказать, что катушка вполне работоспособная. Вот. Все, всем спасибо. Кому видео понравилось, подписывайтесь на мой канал. Смотрите видео специально для castfishing.ru из Белоруссии. Мы были на реке Неман. Река вышла из берегов. Пришлось нам пробираться через такие дебри, через воду. Вот. К сожалению, садится батарейка. Я, возможно, не смогу показать весь мой маршрут.